тонкой ручкой, они практически с пробитой кистью на границе, на границе вот, касания плеча додавливали трицепс. Сейчас, то есть когда уже вес становится предельным, у них просто не хватает сил, у них разжимаются пальцы и не хватает силы даже немножко зайти в трицепс. Поэтому те спортсмены, у кого сильная кисть, армрестлеры, вот как, к примеру, сегодня Акутин показал, он поднял очень приличные веса с закручиванием кисти и давлением в бок. Прям такое классическое армрестлерное движение. Получается, эта ручка дает преимущество именно армрестлерам. Да, немножко армрестлера, но так как она не толстая, все-таки у остальных спортсменов тоже остается шанс. Я бы сказал, она дает преимущество тем, у кого сильная кисть. То есть если спортсмены, те же самые, там, не знаю, жимовики или воркаутеры тренируют отдельно кисть, то у них тоже будет хороший результат. Эта ручка, она, во-первых, на подшипнике и очень большую нагрузку дает на пальцы. То есть уже просто так трицепс тут не пойдешь на большом весе. Оно будет разрывать, отрывать тебе пальцы, выкручивать кисть. И тяжелее бороться. Тут все стабилизаторы включаются. То есть более профессионально получается. На той ручке это как-то так, как любительский уровень. А здесь уже ты более профессионально чувствуешь. То есть все мышцы работают одинаково в одном режиме. То есть если что-то слабое, то, соответственно, меньше поднимешь. Попробовать, поучаствовал. Интересно, да, особенно вот эта ручка, она становится интереснее все-таки, даже уже результаты пониже, да, и здесь добавляется все-таки хват кистей, правильно, да, то есть касание пальцев, а если еще углом ручки нужно будет касаться подушки, да, там, и, или подушку уменьшить в половину, да, то есть уже... Еще сложнее будет, еще, да, сложнее, получается? То есть, да, по сути... Оно... Правильное решение сделали, да, что да. Поменяли ручку с тонкой на вот эту 50 миллиметров. Тонкой более интересно стало, скажем так. 50 миллиметров, конечно. Да, 50 миллиметров все-таки это, ну, многие о ней говорили, и Майоров, по-моему, говорил, да, по поводу, что потолще и будет намного интереснее. Ну да, больше мышц включается, да, в работу. Да, руки, конечно, чувствуется. А если кисти не хватает, то есть я опустил вес последний свой, выключается, тут чувствую, могу тянуть, а... за кисти уже не идет. Сколько ты в итоге поднял, получается? 63 900, получается, 68, но не пошло. А вторая попытка уже чувствовалась, уже опустил и практически сразу поставил.